Безопасности детей в Самарском лицее номер 124 уделяют особое внимание, в том числе и за пределами учебного заведения. Здесь на постоянной основе проводятся тематические мероприятия, акции и флешмобы. Даже на перемене во время спортивной разминки школьники представляют себя участниками дорожного движения. Уже более 3 лет учащиеся лицея с 1 по 9 классы принимают участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Эта олимпиада посвящена правилам дорожного движения, помогает обучающимся вспомнить, как правильно переходить дорогу, на что необходимо обратить внимание при пересечении дороги, какие бывают дороги, как вести себя на перекрестке, и проверить свои знания и показать, насколько мы сильны. Поскольку в образовательном процессе вообще уделяется большое внимание безопасности детей и в том числе правильному поведению на дороге. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит в стране в 5-й раз. Ее цель – закрепить теоретические знания о правилах поведения на дороге. По словам сотрудников госавтоинспекции, результаты есть. Данная олимпиада, она является одним из инструментов по профилактике детского травматизма, предупреждения дорожно-транспортных аварий с участием детей, еще раз закрепляет знания по правилам дорожного движения и предупреждение нарушения правил дорожного движения. И когда мы к детям приходим после данной олимпиады на мероприятия, на беседы в школы, на занятия, мы еще раз подтверждаем то, что дети закрепляют свои знания и показывают лучшие результаты. В этом году Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит с 24 сентября по 27 октября. Победители и участники будут отмечены грамотами и сертификатами. Олимпиаду поддержали участники партийного проекта «Безопасные дороги». Наши дороги становятся каждый год более качественными, более безопасными, более интенсивными. Трафик увеличивается. Строятся новые развязки, путепроводы, новые дороги появляются. Поэтому очень важно научить детей ориентироваться на дорогах, чтобы они не попадали в дорожно-транспортные происшествия. Всероссийская онлайн-олимпиада проводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в ней приняли участие уже более 124 тысяч учеников. Галина Топилина, Сергей Баскин. События.